Больше 600 новых объектов первичной медико-санитарной помощи в селах построят в ближайшие два года в Казахстане. Среди них современные медпункты, включающие кабинет физиотерапии и аптеку, а также врачебные амбулатории. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гинаят на заседании координационного штаба по взаимодействию местных исполнительных и центральных госорганов. Глава ведомства отметила, в рамках нацпроекта модернизации сельского здравоохранения также усовершенствуют и реконструируют больше 30 многопрофильных центральных районных больниц и обучат больше 1000 медработников. Подводя итоги заседания, премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить работу по привязке типовых проектов к местным условиям, а также прокладке инженерных коммуникаций и дорог к строительным участкам. Вместе с тем он подчеркнул необходимость усилить координацию и контроль нацпроекта. Североказахстанские пчеловоды в этом году намерены собрать 500 тонн меда. Сейчас они переносят свои ульи на пышные цветочные поля и готовятся к следующему обильному урожаю. Всего в регион завезено 7 тысяч ульев. В каждом соберется не менее 50 килограммов сладкого продукта. Пасеки располагаются посреди полей с камелией, белой люцерной, гречихой, подсолнечником и рапсом. Положительное влияние пчелы оказывают и на рост масличных культур. Урожайность полей, где собирают мед, увеличивается на 30-40%, говорят специалисты. Мы можем стоять на одном месте и вокруг наши медоносные поля. Вот если бы так у нас было в каждом районе, такие медоносные конвейеры, у Северного Казахстана очень большой потенциал был в развитии пчеловодства и по продуктивности меда. Улицы на побережье Адриатики заполнены отдыхающими. По последним данным Министерства туризма Хорватии, в этом году балканскую страну посетили больше 9 миллионов человек. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И впервые доходы индустрии гостеприимства оказались выше, чем в 2019 году до вспышки коронавируса. Власти в Загребе уверены, что причина успеха проста – отсутствие границ и единая валюта. С 1 января бывшая Югославская республика полноправный участник Шенгенского соглашения и член еврозоны. Инфляция в Хорватии достигла 13,5% в ноябре прошлого года. С тех пор она неуклонно снижается. С тех пор, как пограничные КПП были ликвидированы, все больше венгров предпочитают Адриатику. ООН вынуждена сократить поставки гуманитарной помощи на Гаити. Из-за нехватки средств этот месяц около 100 тысяч человек останутся без еды. До конца года их число увеличится до 750 тысяч. Это произойдет в случае, если международные организации не выделят 120 миллионов долларов. В этом году Всемирная продовольственная программа обеспечила горячим питанием свыше 450 тысяч школьников. Отметим, что по данным ООН, на сегодня с острой нехваткой продовольствия ежедневно сталкиваются почти 5 миллионов гаитян.